болеем! В городском парке «Скидские пруды» открыли площадку для игры в национальную игру Франции «Петанг». Первым игроком нового аттракциона стал заместитель главы администрации Ольга Дударева. 4 игровых поля сделаны по международным стандартам и соответствуют требованиям безопасности. «Петанг – это тоже вид спорта, и который, ну, прежде всего, он такой, знаете, азартный, я бы сказала. В него играть могут все без физической подготовки. Если определенные виды спорта, в них играют люди с более физической подготовкой, то мы здесь поставим инструктора, который будет рассказывать правила, будут выдаваться шары, приглашаем. Эта игра будет интересна людям разного возраста, но есть уже по практике, что если проводить соревнования, она особо интересна для людей пожилого возраста. То есть это будет прекрасная площадка для соревнований, для лиц нашего пожилого активного долголетия. Средневековая игра, ставшая традиционным видом спорта для многих стран, пришла из французского города Прованс. Открытую тренировку по игре в петанг провел чемпион России 2016 года Сиявуш Гаджиев. Потом выбрасываем шар и придаем ему обратное вращение. Шар начинает вот так вращаться, и поэтому начинает тормозить. Показываю. Классический бросок. Еще раз взяли, прижали. Замах. Петанг – это сплав нескольких видов спорта – шахмат, бильярда, кёрлинга. Человек, занимающийся этим видом спорта, развивает ум и мышление. Эта игра хорошо подойдет для семьи. Петанг – игра командная. Значит, могут играть один на один, по-французски так называется тет-а-тет. Один – это тоже команда. Значит, можно играть дуплетами, это значит 2 на 2, в каждой команде по 2 игрока. И триплеты – классическая команда, состоящая из 3 человек. В случае триплетов еще всегда есть запасной игрок. Со стороны игра не похожа на спорт. Но на самом деле несколько лет назад во Франции обсуждали возможность включения петанка в список олимпийских дисциплин. В 2024 году олимпийские игры летние должны были пройти в Париже. И так как игра изначально родилась во Франции, поэтому французы очень сильно лоббировали, хотели идею провести в жизнь, чтобы петанг стал олимпийской дисциплиной. Очень много усилий было приложено, но, к сожалению, петанг не столь динамичен и не столь, может быть, для телевидения презентабелен. Поэтому, к сожалению, он пока не рассматривается на 2024 год. Возможно, в будущем. Казалось бы, спокойная и размеренная игра на небольшой площадке. Спортсмен за игровой день проходит от 6 до 10 километров. Петанг играет в теплое время года. Гости парка «Скидские пруды» смогут освоить этот вид спорта с началом летнего сезона. Семен Семенов, Сергей Власов, День города.